Самая большая проблема всегда, мы видим это по всей стране, это жилье для внутренне перемещенных лиц. То, что больше всего мешает интегрироваться в местную громаду, это жилье. Финансирование данной программы осуществлялось совместно из городского и государственного бюджетов. Конечно, сказать, что много или мало, но больше 200 квартир мы за такой непродолжительный период времени уже направили на помощь нашим новым мариупольцам. Рашкевич Ольге Георгиевне, младшей медицинской сестре дневного стационара. Не было такого инструмента. Его не существует. Мало того, что я вам хочу сказать, хозяйственный кодекс запрещает нам это делать. Вот команда конкретного министра, вот он стоит перед вами, Вадима Олеговича Черныша, вместе с командой города Мариуполя разработали этот механизм, который впоследствии, в принципе, почему я сегодня твердо это сказал, впоследствии эти квартиры, они будут уже собственностью являться тех сегодня новых мариупольцев, которые получили это долгожданное...